Что там? Живые куры, блядь, в загоне, такие обосранные. Я так и не... Что-то у них там цены такие написаны, блядь. Они это, готовят, что ли, тут же? Надо тут стол, блядь, со всех сторон. Свежую эту самую, блядь, курицу, что ли? Ну, сам еще не научился прийти. Ну, там учился, судя по всему, блядь, сидишь. Слышь, Трошкова, а представляешь, блядь, какие-то дебилы, блядь, платить за деньги, чтобы сюда приехать, блядь. Вот именно сюда я имею в виду, блядь. Не, ну, блядь, на туры, блядь, Катутуру смотреть, блядь. Не, ну, Ванюш, не только прям сюда, а просто. Как-то есть сюда туры конкретно, блядь. Катутуры тут, блядь, Катутуры, блядь. Как-то еще, не сюда, но сюда, блядь. Ага, точно. Ладно, давай, прибавляй газ, блядь. Ты с ним доел. А я особо не страдал никогда, блядь. Тебя горел снимать, тебя, блядь. Не, ну я сюда с клиентами заезжал, но не снимал. Сейчас она вся изменилась. Похорошела. Похорошела, посмотри, блядь. Современная такая стала. Сюда бы нейтронную бомбу бы сбросить, блядь. Вот радость-то была мне, блядь. А представляешь, этот, выложить видео только с таким же комментарием, не вырезать ничего. Меня выгонят из YouTube, блядь, да еще подадут на меня, блядь, в суд, ёпта. Ну, естественно. Не жаль, я без тебя разберусь, что снимать. Ну, он просто встал, блядь, подращить, блядь, немножко. А кто им что может запретить, блядь? Понятно, почему их отселяли куда подальше-то, блядь. Нахуй не нужно с людьми-то жить-то, блядь. Так он по встречной ездит. Свет, потому что машина.
конечно, хорошо с пулеметом мы ездим, блядь. На тачанке. Ряд рожков. А? Не, пулемет лучше. И патронов побольше. Получится стрелять. С базуки? Да. Тоже хороший мысль. Просто сюда, ровно вместе. Трошка, пиздец, блядь, по оружию. Ну, нет, ну, с автомат, что, блядь, с автомат, а из-за да, хорошо, как, вот так. Ну что, короче, аудио не вырезаем, да? Они голубки, блядь. Сука, горюли, блядь. Слышь, а твоя горилла тоже здесь живет, естественно, да? В Россию. Сделаем фонд помощи Африке. И все деньги спиздим оттуда. Соберем и спиздим. Как тебе эта мысль? Нравится? О, блядь, а я запись не выключил. Ебаный гроб. Да не, я не про то, что... Камеру убрал, блядь. Запись не выключил. А? Да, что-то такое было. Куда им столько кочек-то, блядь? Быстрые, блядь. Ну, не так. Ты че? Ну, ты
говори громче, один хуй я буду вырезать себе. Нет, я просто из себя что-то нарадуюсь. Блядь, как они есть, блядь, как они есть, А вроде черножопы же должны быть медленные и ленивые. Мне кажется, что, блядь, это пользовался успехом, если я не стать в укромном месте, но чтобы было видно прохожих, снимать их крупным планом, знаешь, эти, блядь, херера, блядь, как они тут готовят, блядь, крупным планом вот эти в их этих каких-нибудь костюмах там, блядь, для нас, конечно, противно, блядь, а этим всяким долбоебам европейским, блядь, за счастье посмотреть. Действительно забыть аудио вырезать, блядь. Мат теперь мат никого, блядь, не удивит. Сначала надо было свою сумку поставить на переднее сиденье, блядь, я и накрыть. Я не знала, блядь, что ты поедешь. Так ты узнал, по-моему, об этом полчаса назад. Пока не чуть-чуть. Вариант Independence. Возвращайся в центр. Please.
стройнее будешь, блядь, пидорок, блядь. Они все руки-то держат, когда вот деньги им даешь, это даже когда вот работникам дают. Они держат руку и сюда вот прикладывают. У нас это показывают, что...